Это общемировая практика. Благодаря таким видеорегистраторам удается раскрывать преступления по горячим следам. Разобрали и претензии горожан. По словам Анатолия Пахомова, жалоб немало. Таксисты предпочитают брать деньги на собственное усмотрение, а не по счетчику. А водители автобусов нередко ругаются с пассажирами. Много претензий к владельцам автопредприятий и у полиции, в первую очередь в части безопасности перевозок. Мы никого не будем прощать за любую, даже самую мелочь в организации безопасности. Власти в судебном порядке запретят деятельность той организации, которая просто проигнорировала решение антитеррористической комиссии. Также в связи с большим наплывом отдыхающих городские власти предупредили владельцев такси, что с 28 декабря стоять их машинам в горном кластере Сочи будет запрещено. Работать службам такси предписано исключительно по принципу звонка. Не будут пускать в Красную Поляну и тех, кто попытается въехать туда на летней резине.